В доме Алексеевых никогда еще не было столько гостей. Внимание СМИ приковано к многодетной семье, в которой 6 детей. Не каждый ведь решится на такой родительский подвиг. Старшему 16, младшему месяц. Когда была маленькая, мечтала, что у меня будет или тройня, или двойня. Ну, чтобы такая совсем большая семья, нет. Планируете еще одного ребенка? Пока нет. Нет. Думаем, пока остановиться. Папа работает за двоих. В семье, говорят, на жизнь хватает. Дом взяли с помощью материнского капитала. Анастасия получает пособие около 20 тысяч в месяц. В Краевом министерстве соцзащиты поясняют, с принятием проекта ни в этой, ни в других семьях принципиально ничего не изменится. Просто теперь все выплаты на детей производятся в рамках нацпроекта «Демография». Всего же по краю в этом году на поддержку многодетных семей направят около 5 миллиардов рублей. При рождении первого ребенка, второго, третьего, выплаты многодетным семьям, льготная ипотека, выплаты семьям, где родителями являются студенты, все возможные меры социальной поддержки. В рамках национального проекта семьям помогут развивать личное подсобное хозяйство, улучшить жилищные условия. Все эти меры, надеются разработчики, приведут к тому, что к 2024 году в каждой семье будет воспитываться как минимум два ребенка. Алексеевы уверены, много детей совсем не страшно, ведь в большой семье растут не только расходы, но и простое человеческое счастье. Совсем уж сложного-то нет вот здесь, что это насмелиться, самое главное. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, наши новости.